Какую? Там какой-то седьмой он сказал, да? Ну, чуть-чуть. Ой, да, я включила прямой эфир. А, вот, привет, всем здравствуйте. Ой, вот бумажку положить. Ой, прости. Всем привет. Поздоровайтесь, пожалуйста, с онлайн-зрителями. Да. Сейчас постепенно все присоединятся. Вот позади меня подарочки, которые мы будем сегодня разыгрывать. Так что я очень надеюсь, что те люди, которые сегодня будут смотреть, которые вообще поучаствовали, которые вот сегодня пришли, выиграют эти замечательные подарочки. И вообще пусть эти подарки достанутся тому, кому они больше всего нужны. Вот, ну давай поставим куда-нибудь уже. Я поставлю в статику. Где Миш? Вот так вот. И вот отсюда я буду говорить. Вот так вот меня слышно? Слышно? Надеюсь, что да. А компьютер где? Ну что, начнем? Давайте начнем, друзья. Привет, привет. А, спасибо. Я думаю, что так не получится. Надо будет на компьютер постоянно направлять, потом на тебя, потом опять на компьютер. Ну, давай ты тогда будешь держать или что? Сейчас мы настроимся, секунду. Вот буквально несколько минут, и мы начнем. Привет, привет, привет. Мы тоже снимаем все для нашего YouTube-канала. Да, Миша снимает. Скоро выйдет ролик, так что и на нашем YouTube-канале вы увидите, как прошел мой первый, самый честный именной гиф. Браво! Спасибо. Спасибо. Ты напомни пока правила еще напоследок уже, чтобы закрепить. А, нет, я сейчас скажу, просто уже спрашивают. У меня повязка на голове, я порвала мочку уха, сделали мне, зашили, чтобы не было вопросов и не отвлекаться на это, поэтому я в повязке. Так, по поводу правил гива, вы должны были подписаться на 72 спонсора. В какое-то время там Инстаграм немного глючил, да, Кость, и показывал 71 спонсор, но на самом деле там было всегда 72 спонсора. Подписаться на всех спонсоров. Так, аккаунт должен быть открытым на момент проведения гива, и нужно обязательно, чтобы в аккаунте были ваши фотографии, чтобы мы видели, что это ваш реальный аккаунт, а не какой-нибудь фейк левый. Вот. Вот эти вот правила, если там кто-то там, может быть, не открыл до сих пор аккаунт, откройте обязательно, мы будем это все проверять. Вот. Стоп сегодня был в 11 часов. Чуть-чуть потише, можно? Чтобы я не перекрикивала. Надеюсь, все успели все сделать, принять участие. И все, скоро начинаем уже. Да? Да куда поставить? Давай я поставлю и буду подходить просто, показывать. И все. Ну, давай сначала тогда определимся, какие призы мы будем разыгрывать первым делом. Давай, я сейчас призы... С каких мы начнем и какими закончим. Как я вам и говорила, розыгрыш будет проходить при свидетелях. Вот уже столько людей пришли. Я думаю, еще не все пришли, так что все люди настоящие. Вы не думайте, так что это все будет честно, по-настоящему, как я вам и обещала. Позади меня призы, которые вы уже все видели. Чуть поближе подойди, пожалуйста. Так, сейчас я вам еще раз их покажу и расскажу, с чего мы начнем. Робот-пылесос. Микроволновая печь, наборы Шанель, которые я сама лично выбирала, соковыжималка, чайник, вот эти вот бьюти-наборы и наборы уходовой косметики для волос и для тела тоже. И духи там тоже мои любимые есть. К каждому подарку я подошла с душой, каждый подарок я выбирала сама, поэтому... В общем, поэтому я очень верю в каждого из вас, болею за каждого из вас и держу кулачки, что победите именно вы. Ну что, давайте начнем розыгрыш подарков. Я предлагаю начать, может быть, с косметики Шанель. Это бьюти наборы Шанель, которые я сама покупала, мои любимые продукты.
да, которые я сама каждый день использую. Так, и выбирать мы будем с помощью чего? С помощью генератора. Мы начнем с генератора. Да. Мы как решили? Чтобы вы были уверены, что GIF на 100% честный, мы можем начать выбирать при помощи любого генератора, который вы скажете. Да, Кость? Сейчас какой у нас? Давайте любой генератор. Может быть, у вас есть предпочтение по поводу генератора? Ренстаг, да, обычно используем? А? Да, Ренстаг. Ну, можно просто в гугле любой набрать. Смотрите, у нас количество участников. Покажи экран. А, вот экран. Мы сделали выгрузку всех участников. Получилось около... 13 974 участника. Да. Вот, я не знаю, вот, 13... Он отсвечивает. Не знаю, видите? Вот, 13 974 участника сделали выгрузку в табличку. И сейчас с помощью генератора, любого генератора, мы будем выбирать победителей. Угу. Вот сейчас открыли в гугле генератор случайных чисел. Первое, что нам вылезло... Что это? Ставим диапазон. Вот это, а что за генератор? Это стандартный гугловский. Ренстаф. Нет, это не Ренстаф, это вообще самый... А, вот. Смотрите, мы будем выбирать из разных генераторов, чтобы вы... Вот эту камеру переключить на... А, я не знала просто, я в прямые эфиры редко провожу. Смотрите, мы будем выбирать с помощью разных генераторов, чтобы вы точно были уверены, что... Ну, все по-честному. Сейчас я вот... Не видно, сейчас покажу. Вот, первое, что мы открыли, вот генератор обычный гугловский. Ввели цифры, я не знаю... Диапазон. Вы от посмотрите одного... и потом в прямом эфире, просто так не получится и вам. Или вы подойдите сюда. Дайте я протру, простите. А давайте вы подошли, вы и нажимаете. Давайте, да. Да. Кому? Рука счастливая. Да, вот мы ввели в генераторе от 1 до 13 974. И случайным образом сейчас выберем... победителя, сейчас, секундочку, вот первого набора Шанель. Так, держим кулачки. Вот, даже это не я делаю. Так, поехали. Поехали. Сейчас, подождите, сейчас телефон просто, вот. Раз, два, три. 9839. Сейчас мы открываем таблицу. Как открыть таблицу? Сейчас мы открываем и ищем. Поиск нужно нажать. Так. Поиск, давай. Поиск. А вот тут спрашивают, как людям узнать свой номер. 9839. Сейчас расскажем. Так. Вот, 9839. 77 Астра 77. Поздравляем! Поздравляем, условия проверить. А, точно. Сейчас проверим условия и поздравим еще раз. А спрашивают, это не Мира. Это пришли подписчики с Настей. Кстати, девочку зовут Настя Милиша. Просто создание. Но, к сожалению... Аккаунт. Смотрите, закрытый. Аккаунт закрыт, так что нет, да, аккаунт закрыт и ноль публикаций. Друзья, вот сейчас 777 Астра не сможет забрать чудесный набор Шанель, потому что не выполнил условия. Пожалуйста, проверьте еще раз, откройте свои условия. По-быстрому загрузите фотографии, если у вас там нет фотографий. Все, мы выбираем дальше. Да, дальше. Да, давайте, выбираем. Поехали. 8104. Смотрим, кому же достанется вот этот наборчик. Донскикс Ев. Сейчас посмотрим. Вот. Это, наверное, самое сложное название аккаунтов. Наверное. А те, кто не видел... Пишет, те, кто не видел прямой эфир, те, кто сегодня не присутствует, те, кто посмотрит там завтра прямой эфир или вообще не посмотрят,
тоже вы тоже смогут получить свои подарки без проблем, потому что выполнили все условия. Так, смотрим. Ну, у нас все. Тут девушка Евгения. Девушка Евгения. Так, да. Она подписана на всех спонсоров. Сейчас будем считать. Слушай, это, до вечера будет. Не быстрый процесс будет. Так. Сейчас. Сейчас организатор Константин проверяет, подписана ли девушка прекрасная Евгения на всех спонсоров. Да, чтобы она могла получить этот чудесный набор, собранный мной душой косметики, моей любимой косметики. Я, честно, фанат косметики, обожаю косметику. А, чудесная девочка вообще, она у вас спокойная, да, всегда? Молодец, вам очень повезло. Так же, как у нас и нам. Первый победитель есть. Ура, ура, ура! Поздравляем Евгению. Поздравляем! Скоро вам отправится вот этот вот набор Шанель. Ура, ура, ура. Угу. Так. А, пишет, там же всего лишь 3 фотки, неважно, хоть одна фотография в аккаунте, но главное, чтобы была ваша. Да? Вот, все. Так, поехали дальше. Может быть, кто-нибудь еще хочет вот эти подарки. А ты как-нибудь фиксируй сразу же. Я фиксирую, да. Фиксируй напротив нее, ну, вот это вот, что есть, Шанель отправляет. Так, давай куда поставим? Ну, давай сюда пока. А потом победителям как все это? Ты сам с ним свяжешься или как? Ну, хорошо. Чтобы узнать адрес, доставку. За доставку ничего платить не надо, платим мы. Так, дальше. Так, я другой генератор открыл. Открыли сейчас другой генератор. Другой. И сейчас тоже генерировать. Давай, будет. Ты нажимай. А, ты ввел? Ага. Да. Так, я собственноручно нажимаю. Я думаю, что сегодня все пришедшие... А что, где мышь? Пришедшие сегодня поучаствуют в этом. 2115. Проверим. Девочки, я очень надеюсь, что вам тоже удастся что-нибудь сегодня выиграть. Это будет очень приятно. Привет. Так, Тамара А, 2115. Вот сейчас организатор конкурса все проверяет. Угу. Есть такая. Да, правильно, вот. Правильно. Да, супер. У нее есть личная фотография. Все, нам остается посчитать только подписки. Да, сейчас посчитаем подписки. Пишут, а как принять участие? Уже никак в этом гиве. Уже никак, но в следующем сможете принять участие. Так, сейчас проверяем. И я думаю, следующий набор Шанель отправится Тамаре. Вот это вот. Моя любимая косметика. Да. Ну что? Все, подписки есть? Подписки все есть. Мы еще поздравляем Тамару! Ура, ура, ура. Так, откладываем сюда. А, ты вручную, да, пишешь? Смотри. Так, давайте еще 3 набора Шанель мы разыграем. Так, я должна выиграть. Я за то, чтобы вот посылать мысли в космос, думайте, что у вас все получится. Девочки. Так. Что? Пускай кто-нибудь пойдет. Давайте, да. Давайте вы. Вот. Скоро, да, скоро тоже. Да, вот, нажимает подписчица, сгенерировать. Нажимаем генератором еще раз. А что такое? Все, ничего не работает. Давайте еще раз. А что такое? Давай перезагрузим. Что-то не работает. Сейчас мы перезагрузим. Интернет пропал. А, вот. Вышло. А, нет. Давайте уже заново. 7279. Так, давай проверяем. Спасибо. Смотрим.
Анка Полуа. Смотрим. Смотрим, насколько правильно Анка выполнила условия. И ей скоро отправим третий набор. А вот, все, меня видно. Так приятно, сколько людей пишет, верит в свою удачу и победу. Это здорово, так и нужно делать. Так, вот, смотрим Анка. Профиль открыт, есть фотографии. И сейчас проверяем условия, выполнила ли Анна все условия. И подписалась ли, да, на всех спонсоров. Сейчас посмотрим. Подарочки. Миш, ничего не хочешь сказать? Давай. Помоги. Есть. Все, поздравляем, Анка! Так, номер еще раз. Анка Полуа отправляется вот этот вот набор, третий набор. Идем дальше. Так, идем дальше. Так, кто хочет? Кто хочет? Давай. Мы уже использовали два генератора, сейчас мы используем какой-нибудь третий генератор. Как зовут? Чинара. Как? Чинара. Чинара, хочешь выбрать? Да. Чинара. Вот, Даня. Я думаю, что Чинара. Вас зовут Чинара? Да, Данька. Даня. Хочешь... Какое у вас интересное имя, да. Необычное. Иди сюда, будешь участвовать. Выберешь следующего победителя, кому отправится четвертый набор. Да. Мы выбрали еще один третий генератор. Так, и сейчас Даня выберет следующего победителя этого набора. Случайное число, давай, нажимай, Дань. Нажал? Да. Случайное число, вот, 10-13. Молодец, смотрим, проверяем. А слушай, а вот это вот спрашивают люди по поводу таблицы. Как они смогут проверить таблицу? Это возможно? Ну, конечно, возможно. А в шапке профиля находится конкурсный аккаунт. А, вот. Чтобы, да, вы могли посмотреть свой порядковый номер, проходите в шапку, нажимайте на шапку профиля, по ссылке проходите, и там вы увидите свой порядковый номер, ну, рядом с вашим именем. Вот, чтобы вы точно могли проверить, что вы участвуете в конкурсе, и что вот все эта таблица, вы состоите в этой таблице. Проверили? 10-13. Так. Вот. Нет, это 10-134. А вот 10-13. Угу. Эльвира Дмитренко. Эльвира Дмитренко. Сейчас мы посмотрим, выполнила ли она все условия. Посмотрите еще раз повнимательнее, найдите свое имя, да, в этой табличке. Все те, кто участвовал в этом конкурсе, в моем конкурсе, в моем гиве, все в этой таблице. Все просто. Практически 14 тысяч человек. Я тоже всем-всем вам желаю удачи. Так, смотрим. Эльвира Дмитренко. Есть личные фотографии, угу. И смотрим подписки. На конкурс не подписано, сейчас посчитаем подписки. Так, очень медленно, нервничаю в ожидании, пишет. Ну, ничего страшного, сейчас подождите, мы и так максимально все это делаем оперативно, чтобы тоже не затягивать, и чтобы быстрее счастливчикам достались эти замечательные призы. Так, все. Есть. Поздравляю, Эльвира. Четвертый наборчик Шанель отправится скоро вам. Ой, ой. Так, и пятый из этих наборов. Это последний набор. Дальше идем уже к уходовой косметике. Нажимаем. Да? Да. Поехали. Тум. 57-13. А где у нас музыка?
50... Логинова Ольга. Логинова Ольга. Сейчас мы посмотрим, открыт ли у нее аккаунт. Так. С номерками. А что бесит-то? Я не понимаю. Пишут, точно с номерками бесит. А как еще делать выгрузку-то? Каким образом еще проводить и выбирать? А вот эта вот таблица, она в формате Excel, да? Да. Так как найти, пишут, в формате Excel. Если она в формате Excel, то можно вбить просто нажать в поиске. Да, таким вот образом вы вбиваете свой аккаунт, просто название, без собачки, насколько я тут вижу, и все. Вот, пишут, я нашла себя, все в порядке. Ну, ну все, супер. Вот такая у нас Ольга. Ольга. Сейчас мы проверяем подписки. Аккаунт открыт. Угу. Смотрим подписки. Вот, пишут, все нормально там с таблицей. Все, ну все супер. Кто там кипишует? Так. Подскажите мой номер, плиз. Сами посмотрите, ребят. Не поленитесь, зайдите в конкурсный аккаунт и найдите свой номер. Там, еще раз повторяю, по ссылке в шапке профиля вы сможете найти свою эту таблицу и там, соответственно, свой ник. Подписки есть? Да. Все подписки есть. Итак, мы разыграли последний наборчик Шанель. Теперь переходим. Так, все, мы их 5, да, разобрали? Логинова Ольга, да. К Логиновой отправляется Ольге этот наборчик. Так, и теперь мы переходим вот к этим бьюти-боксам, которые тоже я собирала сама. Да, я вам как-то показывала. Тут и профессиональная косметика для волос, тут духи и профессиональная уходовая косметика для лица и тела. Так, наборов сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь наборов. Сейчас мы разыграем. И уже потом мы перейдем к розыгрышу бытовой техники. Ну что, поехали? Кстати, в принципе, мы нормально двигаемся, не так уж и долго. Так, может быть, вы попробуйте? Не хотите? Давайте, Кость, может, тоже нажмете сгенерировать? Давайте, с малышкой. Поехали. 1870. Сейчас посмотрим. Ангелина Серикова. Ангелина Серикова. Сейчас мы посмотрим Ангелину Серикову, ее профиль, зайдем. Какие-то мелкие номера, ну какие есть, ребята, вы чего? Я и так подношу телефоны к таблице, чтобы вы все видели, как все это проходит. Сколько всего подарков? Подарков очень много, я даже не считала, сколько всего получилось. А, Ангелина Серикова. Вот ее профиль. Профиль открыт, фотографии есть. И сейчас мы проверим все ее подписки. Я же вам говорила про повязку. Еще раз говорю про повязку, потому что очень много вопросов. Я порвала мочку уха. Одну порвала полностью, а другую до половины. Я была просто в таком шоке, что не стала об этом никому говорить. Все по-быстрому зашили, и вот сейчас я хожу с повязкой. Вот так вот. Сейчас все? Все. Ангелина Серикова, поздравляю вас, Ангелина, вам отправится вот этот вот наборчик первый. Так, ну что, поехали дальше. Тут сюда положим. Главное не забыть потом. Что? Подарки все. Нет, мы не забудем. А ты как фиксируешь это все? Ты куда все пишешь? Я пишу, не переживай. Смотри.
Так, едем дальше. А все, я уже сгенерировал? Нажал? 8554, смотрим. Вот Дорошенко и на Владимир. Простите, если я неправильно выговорила. Сейчас мы посмотрим профиль, кому отправится вот эта вот бьюти-коробочка. Тут, кстати, корейская косметика. Я тоже ей пользуюсь, очень классная. Сейчас проверяем. Показываю вам. Любящая жена и мама три где-то. Да, ну супер. Ну. Фотографии есть, сейчас подписки смотрим ваши. Так, ну давайте пока задавайте вопрос, я могу поотвечать, пока смотрят подписки. Хочу, все пишут. Конечно, я бы сама не отказалась от таких подарочков. Очень будет приятно, думаю, получить под Новый год. Все есть? Есть, да. Поздравляю. Поздравляю. Не могу выговорить, простите. Но вы себя увидите. Вот, вам скоро отправится вот этот вот чудесный подарочек корейской косметики. Итак, ну что, может быть, кто-то еще попробует? Настя. Сейчас Настя попробует. А кто выиграл, я обязательно напишу, сейчас об этом скажу. Вот, Настя. Давай сгенерировать. 4848. Проверяем. Кто тут меня снимает? Кто это? Анжела. Калужная. Сейчас Анжелу посмотрим, насколько у нее открыт профиль, насколько у нее открыт или нет. Так, по поводу, как вы сможете посмотреть, да, я обязательно сделаю пост или видео, или фото, и прям под номерами я вот все расскажу, да, кто выиграл, какие, кому подарки отправились, вот. Ну, не переживайте. Ну что, все есть? Профиль открыт, подписки. Подписки проверяем. Сейчас подписки мы все проверим. Пишет, я так хотела к вам приехать, но не получилось. Ничего страшного. Как-нибудь в следующий раз. Что? Снимать надо, подписки тоже показываю. Ну, так, смотрим, как мы проверяем подписки. Не, ну мы не будем их прям пересчитывать по одной. А вот я вижу спонсоры наши. А, смотрите, людям с других стран... Можно закрыть? Или это... А, там закрыто. А всем в этом гиве можно было участвовать. С любой точки мира, с любой страны, с любого города, с любой улицы. Всем абсолютно. Да, и за доставку мы сами оплачиваем. Вам ничего платить, никакие налоги, доставки не нужно. Так, это мы третий, да? А, все, да, мы проверили Анжелу, она выполнила все условия. И вот эта вот коробочка ей отправится. Чтобы вы видели, что в коробочке, давайте я вам еще раз покажу, хотя я вам уже показывала. Тут, смотрите, вот в этой, допустим, уходовой маске Kérastase, крем Clarins и шампунь Kérastase, чтобы вы видели, что они не пустые коробочки. Мало ли, а то кто-нибудь придумает. Отправляется эта коробка Анжели. Так. Поехали дальше. Сгенерировал уже? Снимаешь? Да. 4304. Наталья Затеева. Сейчас мы проверим Наталью Затееву. Так. Я уже говорила, что у меня с ушами. Посмотрите. Пересмотрите прямой эфир. С
Смените генератор. Хорошо, мы сейчас сменим генераторы. Это уже третий генератор. Мы их меняем. Ну да, это уже третий генератор, который мы за сегодня сменили. Сейчас еще раз сменим. Ну что, проверил? Сейчас проверяем подписки. В этой таблице есть кнопка «Поиск». Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее, и вы обязательно там себя найдете. Все, проверили? Отправляем Наталье Затеевой вот этот вот подарочек. Так, ой, сейчас отложим. Ну что, может быть, кто-нибудь еще? Миш, давай ты. Итак, сейчас Миша сгенерирует и определит следующего победителя. Это уже генератор Гугла опять, да? Все? Нажимаю? Давай. 11870. Что такое, птенчик? Смотри, вот как хорошо, да? Вот плохо, что нас соску не берет. Как призничать сразу соску? Ну что? Так, Соломкина. Сейчас проверим Соломкину. Все. Так, смотрим, сейчас что за меня там за две фотографии. Вот, да. Все, выполнило условия. Да. Реальный человек. Да, реальный человек. Скай, две фотографии, но да. Реальность человек. Смотрим подписки. По поводу таблицы, еще раз повторяю, переходите на страницу Гива, и там в шапке профиля есть ссылка. Переходите по ней и в поиске ищите, вбивайте название своего аккаунта и найдете там себя. Смотрим подписки. Все есть. Все есть, все готово. Отправляем к Соломкиной вот этот вот подарочек. Так, еще две бьюти-коробочки, и мы переходим разыгрывать бытовую технику. Так, с айфона не открывается. Почему не открывается? Сгенерировать нажал? С айфона не открывается, да. С айфона не открывает? Угу. Все, нажимаем. Нажимаем. 13467. Сейчас посмотрим. Мне тут сказали, что это таблица. Нет, новая информация. В общем, с айфона открывается, но частично. Но лучше посмотрите, откройте таблицу на компьютере. Скажем так. Так, сгенерировали номер 13467. Проверяем. Фоменко 4340. Да, реальный человек, насколько, да, я вижу? Ну да. Реальный человек, сейчас смотрим подписки. С андроида пишет, не открылась эта таблица. Открылась? Вот у Миши открылась эта таблица, так что, ну, попробуйте еще раз. Так. Я верю в победу, я выиграю, конечно, правильно. Смотрим подписки всем. Все открывается, пишу. Вот, смотрите. Как открывать табличку, раз вот. Много вопросов? Да. Вот этот аккаунт Гива. Сюда мы нажимаем. Вот эта таблица. Видите? Нажимаете на таблицу, список участников, и вот вся табличка. У Миши Android, да, Samsung, все открылось. Вот надо ждать, чтобы подгрузилась, видишь? Она да. Не сразу грузится, вот. И вот только дальше. Угу. Ну все, все работает. Все пересчитали. Последний бьюти-бокс.
и мы переходим к бытовой технике. Ура, ура, ура. Так, давайте. А, может быть, кто-нибудь нажмет? Давайте. Давайте. Так, по второму кругу, да. Девятьсот двадцать один. Так. Алина. Алёшина, да? 26. Алина Алёшина. Сейчас мы проверим. Так, показываем. Аккаунт открыт, фотографии личные есть. Чем считаем? Смотрим профиль. А, вот, представляете, девушка, которая только что выиграла, Алина Алёшина, написала «Yes». Так что я поздравляю, это, наверное, вдвойне приятнее, когда ты сидишь в прямом эфире, смотришь и выигрываешь сразу. Алина, я вас поздравляю. Надеюсь, вы все условия выполнили. Выполнили. Да, выполнила. Вот эта вот, видите, коробочка вам отправляется. А, так, хотите, сразу покажу, что там? Сейчас я вам покажу, что вы получите. Смотрите, тут духи Versace, маска L'Oréal профессиональная. Так, тут, по-моему, сыворотка Kérastase и тоже бальзам профессиональный. Так что я вас поздравляю, Алина. И вообще всех тех, кто уже выиграл, я от всего сердца поздравляю. Но это еще не все. Дальше нас ждут главные подарочки этого вечера. Это бытовая техника Borg. Продолжаем их разыгрывать. Вот они позади меня. И так, с чего начнем? Поехали дальше. Давай еще раз. Как тебя зовут? Виолетта. Виолетта. Очень красивое имя. Почему-то я так и думала, что тебя как-то так зовут. Такое необычное, интересное. Так, Виолетта. Виолетта сейчас определит, кому достанется чайник Borg. Да-да-да. Так, сейчас подождите. Сейчас я это сниму момент. Виолетта, да, барабанная дробь. 38-14, смотрим, кто под этим номером. Так, сейчас, чтобы вы видели. 38-14. Казимова. Нижнее подчеркивание, П. Сейчас мы... Ой, кто это? Кто это плачет? Что такое? Бэйбик. Так, Казимова, П. Смотрим. Поедет ли этот чайник? Так, давай, профиль сейчас покажу всем. Нашли. Профиль открыт, личные фотографии есть. И сейчас мы проверим все подписки. Проверяем подписки. А вся техника Borg очень-очень крутая. Она очень качественная. Мало того, что она качественная, она очень стильная. Так что она вольется в любой интерьер. Так что я прям завидую белую завистью тем, кто выиграет сейчас бытовую технику. И еще робот-пылесос у нас остался. Все выполнила. Поздравляю, Казимова, нижнее подчеркивание П. Вам отправляется чайник Borg. Ура, ура, ура. Поздравляю. Так. Давайте поменяем генератор. Дальше. Какой генератор? Вы, кстати, можете тоже написать любой генератор здесь, и мы поменяем генератор, как хотите. Да. Какой откроем? Да, любой. Ой. Вот, калькулятор мы открыли, генератор. Мы поменяли генератор, уже, по-моему, пятый генератор.
Интервал, конечно, мы вводим. Пишут, интервал вводится. Вот сейчас покажу. Мы вводим интервал вот от 1 до 13,974. Вот интервал. А можно я нажму сгенерировать? Так, а что мы разыгрываем? Мы разыгрываем сейчас робот-пылесос. Я сама нажму на кнопочку сгенерировать. И кому-то сейчас очень крупно повезет. Итак, нажимаю. А, сейчас я вам покажу, подождите. Вот, вот моя рука. Вот генератор случайных чисел. Я нажимаю сгенерировать. И вот это вот число вышло. 5081. Сейчас мы посмотрим, кто под этим числом. А как поиск? Где тут поиск? Сама туплю. Сейчас посмотрим. 5081. Так, 5081. Побережная. Побережная. Сейчас мы посмотрим. Найдем ее аккаунт. И посмотрим, отправится ли ей робот-пылесос. Будет ли она кайфовать, пока он работает. Так. Я вас поздравляю. У вас аккаунт открыт. Так, сейчас подписки посмотрим. Аккаунт открыт. И посмотрим подписки все. Да, робот-пылесос, это, конечно, тема классная, да? Помощник еще тот. А? Для ковров? Для ковров нет. А, ну да, да, да. Втыкается. Просто плохо слышу, очень по-детски. Почему от 1 до 13,974? Потому что 13,974 количество участников. Так, ну что? Да, все, мы это. Поздравляю! Так, побережная, вы выиграли робот-пылесос! Ура, ура, ура! Так, дальше. Дальше мы разыгрываем соковыжималку. Соковыжималку, вор! Кому она достанется? Кто будет всю зиму, и не только зиму, есть витаминки? Так. Еще генератор. Выбираем. А, кто хочет? Данил. А, ну не хочет. Может быть, Настя. Давайте. Ой, какая малышка. Настя. Давайте. Кто выиграет соковыжималку? Сгенерировали 11698. Посмотрим. Кто под этим числом? 11698. Кто получит соковыжималку? Сейчас. Смотрите. 11690 это Лилит 6639. Смотрим, все ли условия выполнила Лилит. 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 Так, смотрим. Лилит Акопян. Лилит. Так. Профиль открыт, личные фотографии есть. Открываем подписку. Угу, считаем. Считаем все, все подписки. Так, кому отправится соковыжималка? Очень классная соковыжималка. Я пока показывала вам эти подарки, сама, честно сказать, захотела себе купить все подарки, потому что, вот, в частности, бытовая техника очень качественная, очень крутая, и здорово, что она скоро будет вашей. Смотрим подписки. Все, я поздравляю Лилит, соковыжималка ваша отправляется скоро к вам. У нас, между прочим, тут есть гость нашего вечера. Правда, деток таких маленьких немного, но
Я бы сама с этой свинкой попрыгала. Так, что, дальше? Так, у нас осталось, получается, увлажнитель остался и микроволновая печь. Два подарка. Давай с увлажнителем. Давайте с увлажнителем. Сейчас разыграем увлажнитель. Ну что, кто еще хочет? Виолетта. Сейчас Виолетта нажмет и выберет победителя. Может, давай генератор еще раз поменяем? Или ты уже поменял? Давай какую-нибудь другую откроем. Сейчас, смотрите, мы просто открыли Google и просто на бум выбираем любой генератор. А теперь не меняйте. Ну что, давай, открываем генератор. Сейчас я вспомню, сколько у нас. Сейчас на меня натравишь. Так, сейчас. Так. 13 тысяч. Да. 974. А, ну, видишь, не улазит просто в окошко. Так. Ну вот смотрите, да, 13 974. Мы все вбили. Просто маленькое окошко. Сейчас Виолетта выберет. Виолетта? Ну что? Кому достанется увлажнитель? Нажали, генерировать. Ничего не происходит. Угу. Ничего не происходит. У Виолетты особенная энергетика. Какой-то... подождите. Давайте еще раз. Еще раз, что-то в генератор вступил. Нажимаем? 10 098. Смотрим 10 098. Кто это под этим номером и кому поедет увлажнитель? Так как Миша поедет. Пока Миша снимает для нашего влога, для нашего YouTube канала «Варька осталась дома», я хочу сказать для нашего канала, что вот так вот у нас проходит гиф. Все честно, максимально, при свидетелях, с разными генераторами мы реально случайным образом определяем победителей. Поэтому, наши подписчики. Подарки. Так. И подписывайтесь на наш канал. Так, смотрим. Под этим номером оказалась Элен Соко. И смотрим, она выполнила условия? Проверяем. Проверяем все подписки. Свинка Пеппа, да, это? Свинка Пеппа? Я даже не смотрю мультики, но знаю, что это свинка Пеппа. Смотрим все подписки. Выполнила ли все Елена? И ей отправится увлажнитель. Выполнила, поздравляю, Елену, вы выиграли увлажнитель. Ты, кстати, скажи, у тебя очень большие молодцы подписчики, они с первого раза понимают все условия, все выполняют. А, ну да, от редкость, да? Да, скажи, большие молодцы. Сейчас скажу, а можно вас попросить туда? Просто я сбиваюсь немного, когда шуршат, у меня и так уши плохо слышат. Тут сама себя не могу услышать. Так. Подписчики, вы большие молодцы, потому что все условия выполняете. Мне организатор моего гива говорит, что это редкость, когда все сразу выполняют. Вот, так что класс. Так, все, заключительный. Так, заключительный, да. Осталась микроволновая печь. Кому достанется крайний подарок, микроволновая печь, сейчас мы узнаем. Можно я это сделаю? Да. Я сама это сделаю. Давай. Сейчас вам покажу. Вот моя рука. Да. Вот диапазон. Все правильно. Сейчас я нажму на эту кнопочку. Итак, нажимаю. 5332. Смотрим, кто под этой цифрой. Thank you.
Абрамова Валерия. Смотрим, вбиваем сразу же имя Валерии. Абрамова Валерия. Смотрим, аккаунт открыт. Личные фотографии есть, аккаунт настоящий. И смотрим подписки. Смотрим подписки. Наш заключительный приз сейчас разыграется. Надеюсь, Валерия выполнила все условия. И ей отправится классная микроволновая печь Борг. А, друзья, сейчас скажу, подождите. Сейчас проверяем. Есть. Поздравляем, Валерия! Все подарки мы сейчас разыграли. Прошу вас, не расстраивайтесь, те, кто не выиграл. Все еще впереди. Я уверена, что вы по-любому, если вот будете участвовать, будете пробовать, обязательно удача повернется на вашу сторону. Спасибо, что все это время были с нами. И заключительный пост, видео, фото я выложу обязательно с победителями. Так что полностью отчитаюсь и до новых встреч. Что скоро будет новый конкурс. А, да, кстати, друзья, кто не выиграл в моем этом гиве, скоро будет новый гив, новый конкурс, поэтому вы там сможете поучаствовать, испытать свою удачу, и я уверена, что она будет на вашей стороне. Главное – пробовать. Это мое правило номер один. Так что все, до новых встреч. Пока-пока. Пока! Так, завершаем. Не забудь, да, сохранить. Завершить прямой эфир.